Вайкра, всем привет, доброе утро. Так, у меня Facebook стал на английском. Сегодня просто короткую трансляцию сделаем, немножко поговорим о каких-то приятных моментах Хануки, уходящей сегодня, о том, как это грустно и что с этим делать. Так, давайте, Вайкра. Вот Ангелина, я вижу первая. Wave. Почему-то мне все на английском теперь сделал. Ну хорошо. Так, доброе утро всем. Сегодня у нас будет просто милый урок без занудных доказательств. Чуть-чуть про последний день Хануки. Про свет, добро, значит, доброе, вечное. Ну и вы поняли. Так, Вайкра, всем привет. Всем привет. Хана Шамис, привет. Сегодня так все быстро произошло, что-то Ицхак не смог, никто не смог. Я вот сейчас быстренько вам что-то расскажу из-за того, что в эту хануку было что-то очень какие-то интересные такие, называется хидушим, как бы новинки, новые идеи какие-то, которые появлялись лично у меня в процессе этой хануки. Да, всем доброе утро. Ханука — это такой восьмидневный тренинг, да, восьмидневный тренинг увеличения внутреннего света. Это уже одна хорошая идея. Значит, что в хануку... Слышно хорошо? Вот, да, микрофон тут должно быть хорошо слышно. Значит, что интересного, какие интересные... Значит, хасидим часто говорят про хануку, что ханука такая... Мы видим в хануку такую вещь, такую идею, что одна... Ну, мы зажигаем свечи. Если ты в темной комнате зажигаешь одну свечку, то она сразу создает, то есть было вообще темно, и уже от одной маленькой свечки становится, в принципе, все видно. И есть такая идея, что одна свеча разгоняет много света. Это одна идея. Вторая, ну и да, и мы в Хануку прибавляем все время еще свечей. Сегодня восьмой день, последний. Есть еще такая идея красивая, что нужно каждому человеку, каждый еврей должен быть бе шамаш, да, будь шамашом. Шамаш — это вот эта свечка, которая выше всех, и от нее можно поджигать все остальные. То есть каждому человеку нужно быть таким поджигателем. И интересно, что получается, когда ты даешь то же, что мы здесь видим, когда ты даешь что-то другому, даешь свой огонь, свою энергию, свою силу. То есть я сейчас там что-то вам рассказываю, ты сам от этого не теряешь. То есть эта свечка, которая поджигает, она не тухнет от того, что она поджигает с собой еще 8 свечей. Нужно просто найти место и время и сделать действие по тому, чтобы распространить свой огонь куда-то еще. То есть нужно, здесь получается самое главное, здесь два пункта. Нужно поджечь себя, найти, где твоя точка вдохновения, точка воспламенения. И потом найти, куда это просто приложить, чтобы в мире стало еще больше света. То есть каждый человек, он должен быть шамашом, должен быть вот этой свечкой, которая поджигает все остальное в этом мире. Так, еще одна красивая идея. То есть нужно быть светом, и в принципе Ханука — это такой тоже праздник про то, что евреи должны быть светом для всех народов. Написано, что еврейский народ — это народ куаним, то есть это народ такой носитель чего-то святого вообще во всем мире. Хорошо, значит, мы с вами сказали, одна свеча дает много света, и нужно быть шамашом, нужно зажечь свет в себе и дальше его передавать другим. Теперь есть интересная такая вещь, что многие религии, они что называется, ну, слышал я такой дебат один, это интересная такая идея, там, в чем отличие иудаизма, да, от многих других религий, что многие религии, они, как бы это назвать, faith-based. То есть они, как бы их база — это вера в том плане, что, то есть у тебя должны быть определенные... То есть ты как бы, ты внутри системы, если у тебя есть определенные убеждения, и у тебя стоит галочка относительно каких-то фактов, ну, то есть относительно чего-то, что ты считаешь. То есть, например, если ты там считаешь, что... определенный человек там или не человек, определенное понятие это правильно, или какой-то человек это бог, или он не бог, или то тогда ты там получаешь, например, будущий мир, а если нет, то нет.
И получается, все зависит в первую очередь от того, не от того, что ты делаешь там, делаешь ты хорошие поступки или плохие, греши, в общем, не зависит от твоих действий больше, а больше зависит от твоей вот этой просто галочки в голове, что ты считаешь, ну, то есть, как бы, если у тебя так просто спросить, ты считаешь да или нет, ты скажешь да, то значит и все, у тебя галочка в пропуск в вечную жизнь тоже сразу автоматически есть. В иудаизме это не совсем так. В иудаизме, иудаизм это больше такая религия, которая action-based. Action-based. То есть 613 мицвот. Это же, то есть ты можешь, там есть там 13 принципов Рамбама, да, и 613 мицвот. Ну, то есть можно как бы верить там во что угодно, но если ты не делаешь там одну из этих 613, то, в общем-то, ты как бы считается, что ты отрицаешь, в принципе, ну, как бы все, да? То есть это такой интересный в иудаизме есть принцип. Теперь в иудаизме самый главный, там, например, это хорошо отражает. То есть это везде видно. Больше всего, наверное, в этом акцент делал Ребе Милюбавич. У него каждая, ну, каждая его там беседа, в общем, очень много бесед, которые он в которых он что-то рассказывает, разъясняет, раз это, а последняя фраза, и главное это действие, и главное это действие, и главное это действие. То есть, в принципе, иудаизм это такая, как бы, такое направление, которое очень, в первую очередь действие. Например, я читал сейчас перед молитвой из письмо Рамбана, которое он пишет, в общем, в начале Сидура, самом часто это приводит письмо Рамбана, которое он пишет своему сыну. Так он там пишет, что ты должен постоянно учить Тору ту, которую ты можешь перевести в действие, а потом ты должен закрыть книжку и подумать, что из этого ты можешь сделать. То есть он, и потом он пишет, и вот это письмо перечитывай каждую неделю. То есть, в общем, что человек должен делать после чтения, после постижения, после просмотра трансляции, что он должен делать? Он должен вот так, ага, я что-то услышал, что я теперь с этим, что из этого я могу сделать? То есть это как бы главный вопрос, видимо, иудаизма в принципе, ну, а что сделать ты с этим теперь? То есть как это перевести в действие? Знание, которое не переведено в действие, это мертвый груз, который просто грузит голову. Можно сколько угодно глобально постигать этот мир, но нужно переводить это в действие, нужно, как что говорится, лемайса, стать другим человеком. Да. Значит, кто-то есть faith-based, иудаизм такой action-based, он основан на действии. Теперь хорошая такая идея Хануки, это то, что для того, чтобы ты можешь сколько угодно вот это говорить про свет, про духовные постижения и так далее, но ты в конце концов должен реально поджечь свечку. И ты должен потом тем светом, который есть у тебя, ты должен реально поджигать что-то еще. Это красивая такая идея Хануки. И теперь та вещь, которую я хотел основная рассказать про Хануку, это какой главный момент в Хануке. Ханука радостный такой праздник, но есть грустные моменты в ней тоже, да. Ну и как бы, наверное, все говорят, да, что в чем, какой самый грустный момент Хануки, это вот этот вот 8-й день, да. Ну это здесь у кого-то, наверное, у всех, наверное, по-разному. То есть либо когда ты зажигаешь эту 8-ю свечу, либо когда вот ты смотришь на эти 8 свечей последний день, когда они горят, либо когда они потухли, и тебе нужно теперь мыть вот эти вот баночки там и все, и ханукию, значит, отправлять в дальний ящик еще на год. Но у меня лично, наверное, один из таких, из самых, можно сказать, грустных моментов Хануки, это момент после, ну, 9-й день, то есть начинается 9-й вечер. И ты уже привык, что ты каждый день жжешь, у тебя много, много каких-то классных этих свечек, они такие приятные. В общем, ну, и за 8 дней ты реально уже к этому привыкаешь. То есть, ну, в общем, много света, оно красиво, классно. Выходишь на улицу из своего дома, видишь у себя в окне эти свечки. Ну, в общем, и вокруг везде свечки. И тут в Киеве, там, в каких-то, в этих, где распечатывают, там стоят эти хануки, на всех площадях стоят эти хануки. В общем, везде вот это ханук. И тут все резко вдруг кончается. Так вот, я думаю, что главный по-настоящему день в Хануке, это как раз вот этот 9-й день, в принципе. Это самый главный день. Почему? Потому что в чем идея Хануки? Идея Хануки, она даже больше в том, что произошло чудо вот в этим с внутренним светом и с увеличением света, чем военная победа. Но это отдельная длинная тема.
Но как бы главное, что в Хануку произошло, это вот это чудо, накопительное чудо увеличивающегося света. И это как бы вот этот свет, который мы зажигаем, он в память о миноре, это что-то внутренний свет, который происходил в храме. Это такая внутренняя мелодия, то, что было в храме, это то, что мы зажигаем сегодня каждый дома. Теперь в чем как бы задача каждого еврея, в чем наша, в чем идея, зачем, за что нам нужно теперь сделать? С Ханукой любой праздник в Торе и в иудаизме, он не длится 7 дней. Он как бы, это какой-то период, который тебе в голову должен идея, которая должна тебе в голову загрузиться, и потом там все время действовать до следующего года. То есть это должно постоянно работать на тебя. То есть, грубо говоря, как ты, я не знаю, если прочитал книгу, прошел тренинг какой-то, я не знаю, ты же хочешь, чтобы эта информация, эти данные, они работали на тебя и остались с тобой. И в этом идея всех еврейских праздников, что ты должен за время его, которое он идет, унести с собой какую-то идею. Так что мы должны унести с собой? Самое главное, это вот на это, в этот вечером 9-го дня теперь зажечь 9 свечей у себя в сердце. И это самое важное. То есть все эти 8 дней, я думаю, они были подготовительные для 9-го дня. И самое важное, это не чтобы, то есть свечи это хорошо, но самое главное, это чтобы что-то изменилось внутри у человека, и вся Тора, она направлена на то, чтобы поменять самого человека. Так самое главное происходит в 9-й день, что в 9-й день у тебя должно зажечься теперь 9 свечей, а на 10-й 10, и через неделю еще 7, и через неделю еще 7, а потом ты приходишь к следующей Хануке и зажигаешь еще больше. И мне кажется, это просто прекрасная такая идея Хануки. То есть вот этот в чем идея-то? Идея в том, что мы должны все время должен все время увеличиваться свет в мире, мы должны все время делать больше света в мире. То есть в этом идея Хануки больше, больше, больше. На 9-й вдруг все обрывается. Куда оно оборвалось? Никуда оно не оборвалось. Оно просто должно перейти внутрь. Хочется сказать на этом моменте лихаем какой-то, да, как принято. Значит, лихаем, лихаем. За то, чтобы света в этом мире было все больше, чтобы наши сердца поджигались, зажигались и зажигали все больше сердец, и чтобы данный прекрасный портал зажег еще больше людей и дал радость еще большему количеству евреев и в мир вообще. Было очень приятно провести с вами эту трансляцию. Мы с вами узнали, что нужно, что одна свеча дает много света. Нужно быть самому шамашом, то есть тем, кто поджигает остальное. Нужно действовать, и именно действие – это главное, что есть у человека. Это то, на что человек, то, на чем человек должен сосредоточиться. И, наконец, что главный день Хануки – он вот сегодня вечером. Главный день – это что? Главный вопрос – это что ты делаешь после того, как Ханука кончается. Зажигается ли у тебя еще больше света, то есть сумел ли ты выучить идею Хануки, и сумел ли ты зажигать еще больше, то есть перешла ли идея увеличения света тебе внутрь, и подожжешь ли ты еще больше свечей на следующий день. Вот. Большое всем спасибо за внимание, было очень приятно провести с вами этот эфир. Бай. Всем желаю хорошего настроения и еще больше света.